продолжаем пресс-конференцию. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо Минска» Артем Викторович Черединский. Во-первых, с победой. Ну и давайте пару слов об игре. Спасибо, да. По игре что хочу сказать. Настраивались на Мозырь, разобрали, посмотрели, в принципе, что просил у ребят, все выполнили. Плюс хочу добавить, что молодые дебютировали у нас, наверное, это большой плюс. Переходим к вопросам, пожалуйста. Что-то вам футбол Беларуси по игре Климовича меняли на 56-й. Почему? Почему поменял? В первую очередь, Влад, видно, немножко подустал. Все-таки у него цикл был приличный, он сыграл там за пару недель, там 4 игры подряд. И хотел немножко освежить, выпустить быстрого футболиста. Снова у борцов клевые посты, при этом есть информация, что он зимой покидает «Динамо». Не пытались оставить его как-то в команде? Ну, вы знаете, конечно, футболист очень хорошей квалификации, конечно, хотели его оставить, но, наверное, выбор за ним, плюс, наверное, с ним вели переговоры, руководство клуба тоже, наверное, что-то предлагало. Ну, как бы я не в курсе, потому что, по финансированию это, скорее всего, к руководству клуба вопрос. Перед матчем появилась информация, что Шикавка и Шитов переведены в дубль. Прокомментируйте как-нибудь. Ну, а что тут комментировать, что переведены пока что в дубль, да? А? По каким причинам? Ну, причина, наверное, надо спросить у руководства. Хорошо. Дмитрий Бородин вернулся из аренды. Перспективы какие у него на второй круг? Перспективы? Я его видел сейчас, он тренировался за дубль. Неплохо выглядит. Посмотрим, сейчас с нами потренируется, решим, желание есть у него остаться, нету желания, вы что же понимаете, надо с футболистом в первую очередь определиться, хочет он или не хочет. Еще вопросы? Сегодня вы ощущали, что ваша команда сильнее, либо соперник в некоторых случаях все-таки создал трудности, и как считаете, сумеет ли Славя в ближайшее время выйти из, можно сказать, кризиса? Ну, честно говоря, не хочется комментировать, наверное, команду, но, в принципе, анализируя эту команду, тоже есть хорошие ребята, которые хотят играть в футбол и могут, наверное, доказать тренеру, что они тоже неплохо играют. Ну, как бы, наверное, так можно сказать. Во главе такого легендарного клуба что больше, интереса, как у тренера, или ответственности, давления, и насколько вы чувствуете, что вот как тренера вы растете? Но это все вместе. То, что вы перечислили, сами должны понимать. Это все-таки клуб с большими традициями. И я очень счастлив, что мне предоставили возможность поработать в этом клубе. Ну и последний еще вопрос. Как должно закончить «Динамо», чтобы вы поставили ему оценку «хорошо»? И сколько много времени вы отводите этому клубу, чтобы он опять стал флагманом белорусского футбола? Именно я? Но вы сами должны прекрасно понимать, что клуб строится не только вокруг меня, клуб строится, все вместе должны хотеть это получить, то есть добиться какого-то результата совместными усилиями. Болельщики, руководство, все вместе, помощники, которые есть у меня, то есть школа детская, юношеская, тогда мы, если поставим эти цели и будем вместе к ним идти, я думаю, что все у нас получится. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще есть у нас вопросы? Тогда на этом все. Спасибо. Все, благодарю.